Ключи от новых служебных автомобилей вручили сегодня полицейским Кустанайской области. Сразу 115 машин распределены по всему региону. Служить они будут участковым инспекторам и патрульным полицейским. В основном это комфортабельные легковушки, оснащенные современными гаджетами и 11 многоместных фургонов. На торжественном мероприятии побывали и наши корреспонденты. 2023 год полицейские Кустанайской области завершают радостным событием. Автопарк службы пополняется новыми машинами. Всего 115 единиц. Основная часть – это комфортные легковые. Дополняют их 11 многоместных фургонов. Ключи вручает глава области в торжественной обстановке. Все автомобили распределят по городам и районам области. Нурлан Байтасов, старший инспектор службы роты патрульной полиции, говорит, надежный транспорт позволит качественнее выполнять работу, ведь ситуации бывают разные, нередко и погони. Когда машина новая, сейчас более она современная, оснащена новым современным устройством, фиксация скоростного режима, фото и видеофиксация скоростного режима. Это позволяет нам экстренно реагировать на сообщения граждан, быстрое прибытие, то есть при дорожно-транспортных происшествиях, оказание первой помощи, чтобы первыми прибыть на это дорожно-транспортное происшествие. Новые автомобили получили и участковые инспекторы. Именно они чаще всего работают с людьми. При необходимости не только борются с преступностью, но и оказывают помощь населению, особенно в сельской местности. В среднем ежедневно на охрану общественного порядка и дорожной безопасности по области заступает 122 автомобильных патруля и 172 пеших нарядов комплексных сил полиции. Благодаря этим машинам мы сможем увеличить полностью нарядов как на дорогах, так в областном центре, так и в загородных трассах. Стоит отметить, что все авто произведены на местном машиностроительном заводе и куплены в лизинг по программе Фонд развития промышленности. Теперь нести службу стражи порядка будут в комфортных условиях и оперативнее исполнять свой долг перед населением. Любовь Аплачкина, Диара Ахметчин, телеканал Кустанай.